Алло. Алло. Я вообще не узнала голос. Короче, ну ты понимаешь, где я нахожусь. И тут были моменты, когда командир наш пару домов стреляли, понял? Но люди уехали, я не знаю, он там машины забрали. Ну ты понимаешь, о чем. И когда... Ну да. Просто в нужное время очутился, там позабирали. Дом шикарный. И каждый забирал, кто что мог. Я когда зашел, его никто не заметил. Он в коробке стоял. Я коробку открываю, смотрю, ни хуй себе. Я ухват достал и пошел. Ну, в общем, спер. Я поняла. Зайка, там все перли, что могли. Ну, мучил мне этот вопрос. Ну вот, вот я тебе сказал. Откуда? Честно. Откуда он взялся? Честно, вот мне, я тебе честно говорю, мне просто повезло, зайка. Вот не просто повезло. Только если ты видел, если ты знал, сколько командиры, то они там отправили. Техники и всего. Я тебе потом, ну, сейчас такие моменты я уже не буду рассказывать, но там мама родная. Там даже ты представить себе не можешь, сколько всего. Вот это мой телевизор, это капля в море. Вот это? Ну. Я поняла.